Ой, свой человек. В Москве и около Москвы все, что происходит с Москвой, знаю очень хорошо. И хочу сказать по-хирургически. Сегодня проведена пересадка лица города Москвы и очень успешно. Хорошо, никакого сомнения нет. Это здорово. У нас много профессий, много специальностей. Каждый носит свое. И в Москву тоже. И здравоохранение. Сейчас чего-то, знаете, как интересно получается. Результаты ВИЧи и наслучи действительно гораздо лучше. Возможности обследования, лечения лучше, а народ все недоволен. Оцените все же и нашу работу тоже. Российские москвичи были здоровы. Я вам хочу пожелать здоровья. И с нетерпением жду номинантов, которые выйдут сейчас на эту сцену. И мы их очень хорошо встретим. Здоровья вам. Наш первый номинант Елена Васильевна Орлова. Аплодируем. Врач-акушер со стажем работы в здравоохранении 67 лет, работающая в больнице в настоящее время. И даже удивляется, почему все с таким восторгом говорят о ее рабочем стаже. По профессии она акушерка. В Московской городской клинической больнице имени Мухина работает почти полвека, а общий ее трудовой стаж 68 лет. Сцену второго номинанта, командира медицинского спасательного вертолета, совершившего более 180 вылетов, принявшего участие в спасении более 50 человек, Николая Витальевича Лачина.